надеюсь, ты хорошо привязана? Всем привет, так сказать, good morning. У нас уже, правда, 12:15. Я где-то в 11:30 вышел, пока кофе попил, большую кружку такую, ух. Сок допил. Конечно, надо потихоньку это от холодильника избавляться. И у меня хорошие новости. То, что мне на корабль не придется ехать. Прямо отсюда до аэропорта идет до 10 вечера рейсовый этот. И паром тоже идет. Поэтому все вообще замечательно. Буду стартовать отсюда. Здесь останусь. А, еще Игорек с Наташкой нет. Воу-воу-воу. Это вообще... Это просто огонь. Ну, покатаемся с ним еще тут. Посмотрим, какой они отель взяли. Может быть, прям тут сейчас возьмут отель. Кто ж его знает. Поэтому берем очки, ключ от номера, ключ от байка, камеру, мотор. Взяли пивасик на пляжик. Блин, оставили Андрюху тут. Были весы. Пришли с 7-11, весов нету. Андрюха куда-то уезжал. Продал весы кому-то. Все продал. Вообще какой странный 7. Непонятно. Ладно, едем на пляж, посмотрим, что там. Самый север Коланты и налево. Сейчас проверим, что за пляжик. Все, глянем. Эти, как я понимаю, тут даже, может быть, живут. Ресторанчик точно. Слушайте, здесь тоже останавливаться можно. Только лодки будет слышно. Единственное, что... Камень, а потом вот желтое, это песок, он скоро там вылезет полностью. И вот от него, вот до этого маяка, напрямую проходили, по пояс была вода, вот примерно вот так вот. Ну это отлив начнется, увидим. А отлив будет вообще. Ну вот оттуда может до конца дойти. Да, и вниз нормально. Ну, а здесь поцивильнее уже будет. Уже кусты подстрижены. Два разных отеля, как я понимаю. Вот это подороже будет. Эта скотина мне скидку не дает. Говорит, по 800 бат. Ну, переезжать мне не хочется. Да, они насколько не дают. Но там 6 дней, 6 на 300 бат получается. Это если я беру в другом отеле 1800 переплатам, зато без переезда. А вон, вон там волны, видно, как они уже по волнам. На тот остров тоже можно перейти. Ну, здесь, ребят, набережная в основном. Такая.
Ну вот эту часть я не знаю, как перебраться. Что это за остров? Вторая Куланта там находится. Это далеко-далеко. Братан, мой собутыльник. Вот так вот. Мост. Стоять тут нельзя. Вот есть, кстати, заезд. А здесь есть корабли, короче. Как-то вот так вот. Потом можно вырезать. Нет, что тут за герои сказок, блин? Понятно, что тут отель. Посмотри, сколько это, цистерн с водой. Зайчики, баранчики. Ну, скорее всего, не дешевый. И, скорее всего, с бассейном. Ну, номера такие, большие. А, тут еще waterpark. Огонь, да, welcome. Waterpark есть. На въезде коровка. Я надеюсь, ты хорошо привязана? А здесь основной пирс. И вот деревце. Неплохо. Андрюха пошел проверять глубину. Видимо, да? А там что? Это волейбольная площадка, что ли? Вряд ли. Там, наверное, написано что-нибудь типа welcome. Вон, мне кажется, это бунгало бывшие какие-то стоят. А сейчас, видимо, это туалеты. Огончик. Тоже разнообразие. И местные, как я понимаю, тут ходят. И вон даже типа шезлонга загорают. А вон там пирс. Один из пирсов, туда спидботы приходят. О, продолжение. У-у-у, какой длинный пляж. Вот это огонь. Вот как со стороны это все смотрится. Он бесконечный, действительно, бесконечный. Камней нету. Ну да. Ну а вот мы в самом начале. А вот на мост. Дорожка со змейками. Желательно бы на них не нарваться. Вот он первый пирс. Для спидботов. Вот там наш основной выезд. Мосток какой. Во, вот здесь окунус. А, здесь река Вонючка, что ли? Да. Ну, они чистые. Чистые. Да, смотри, качельки. Как качельки сделаны. Можно покататься. Но мусора здесь тоже полно. Ой, я проваливаюсь даже в тапочках. Ой-ой-ой-ой-ой. Но здесь более сухой песок. Очень интересный отель с водным парком. Столько фигурок сделано по дороге. Ну, сейчас все закрыто. Бассейны чистые. Да, чистые все бассейны. Остановка, конечно. Ну да, это все детское. Беседочки. Все прочищено, все чисто. Ну, но вот такой лошади только взрослый может залезть. Все чисто, ребят. Вода теплая. Фу, мячик, как он треснул-то. Жестоко. Но всю систему оставили снаружи. Везде, везде вот по чуть-чуть. Номера роскошные. Машина одна стоит. Капитан упал. Без рук еще. Это вообще жестоко. Welcome, welcome.
Drink and drink. США-шный автобус. Так, руками не трогать. Hello, welcome. Здесь основной бассейн? Где? А, можно купаться. Вот здесь, кстати, убираются, скорее всего. Да-да-да, здесь кто-то есть. Такой прикольный отельчик. Я вдали от всего. Здесь нужно ехать. Нужно ехать, короче, до моря, чтобы нормально искупаться. Bugs Bunny. Дорог заправки не будет. Но там есть только так, в бутылках. Железные чучела. Что за девка? Ротана Ресот. Марио. Жирафик. Какой-то. Класс. Класс вообще. Девчонка красиво идет. Да все везде тут очень красиво. Вот номера. Руки большие. Смотрите. Саврикат. Ну и отельчик. Кто-то для своего воду оставил. Ой, бассейнчик. Отличное место, ребят. Отличное. Никого нет, пустота. Огонь. Коксики маленькие растут, ребята. Кокосики. Маленькие, маленькие. Если еще больше. Вот, будет падать. Настоящий кокос. Один-два человека здесь все-таки есть, как я думаю, постояльцы. И бассейн даже работает. То есть в нем циркулирует вода, все чисто. Грязюк тут вообще нету. Ну, не считай краев всяких. Приехали, а тут это, петух охраняет, короче, это, газолин. Где завтра сдавать? Нет, менять. Вот она, вот она. Петух охранял, короче, газолин. Показывайся. Кокурол. Оп. Кто там? Кто там? Курятина, пенопласт жрет. Мы другой остров, короче. Куланта 2, так сказать. И здесь море совершенно по-другому. Видок. Видок совершенно другой. И растения здесь другие тоже. Заметь. Петухаря, да? Вон, как я понимаю, это. Так, ребят, на Вьюпоинт приехали. Ух ты, здесь как-то нету. Вон, а кто эти фрукты ест? Крокодила. Собаки не выглядывают. Ну, это ж тут слишком жестоко. А че обувь-то оставлять, блин? Ну, давай оставим. Короче, сильный отлив. Так, этого гомичка нас зажарили бы, да? Гамыли. А вон обезьянки бегают, все воруют. Весь мусор. Не знаю. А? Чего? Обезьянки?
Да. А вот еще тапочки могли бы тут снять. Смотри, европейцы, собственно. Как пещера какая-то тут. 2 часа, блин, подниматься, ходить по пещерам. Не знаю, нахрен. Кто все разрисовал? Сумасшедший. Ну да. Ну, короче, еще и все занято у нас. Один столик остался. Смотри, как. Как левая сетка есть. Фух. Значит, скоро будет магазин. О, вон, это туда они приглашают. Смотри, остров Череп. Реально остров Череп. Охренеть. А вот петушары. Слышь, ну-ка отзовись. Петух. Гамбургский, да. Ну ты скажи, тебе вкусно хочется? А? Вкусно? Порадуй, да. Ням-ням? На столе-то сидеть. Вот, эти петушары тут бегают, их кормят половинчатым манго, картошкой, да чем угодно. И они еще рачков тут хомячат. О, вот глав петух какой-нибудь. Орут они, небось, тут с утречка. Угу, огонь. Нам уже полчаса, наверное, несут. Жратву. Пиво минут 5 несли. Ну и то, мы заказали пораньше. Но я поражаюсь этому острову, вообще огонь. Это просто огонь. Тут и собачки, и петушки. Куры я, кстати, не видел, видел цыплят. Куры, наверное, сегодня на обед пошли. Ну, в смысле, не они кушать, а их кушать, наверное. Ресторан-то может быть и с видом с хорошим, но Юре дали не то. Рис должны были дать с чем? С курицей. А дали вермишель с креветками. Тебе нормально дали? Ну, вроде по виду. Только через час. Ага. Вот, по бенкам. Мне наконец-то, спустя 1.5 часа, принесли яйца. Скажи, что вот это сделать быстрее, чем яйца. Да-да-да-да. Охренеть, блин, суп быстрее, чем яйца. Мы в шоке. Ребята, отлив огонь. Посмотрите на эти дома, они вообще... Короче, мы приехали, и уже кто-то еще приехал. Огонь! Поймали его здесь. Поймали, прям с поличным. Сейчас что-нибудь покажем, интересное. Не, раздеваться не будем. Хотя, будем? Нет, другой раз. Ну хорошо, ладно, мы на завтрак перейдем.